Я смотрел «Кунг-фу панду» впервые. Так смеялся, словно смотрел любимый фильм детства. Честь присоединиться к этой франшизе. Она уважает культуру, добавляя в киноландшафт Азиатской Америки. «Кунг-фу панда» – дань уважения китайским фильмам о кунг-фу. Видно любовь, вложенную в каждый кадр. Замечательное путешествие от начала до сегодня. Надеюсь, Пинк и По продолжат внести свой вклад, с которым люди могут идентифицироваться. Изменения не всегда плохи. Почему, думаете, я меняю меню в ресторане? Продолжайте помешивать, добавил азиатский колорит. Мадон или Мой Вэй одно и то же на любом языке. Поделился уроками, полученными от родителей и бабушки с дедушкой. Учил аниматоров играть Мадуна. Мы стремились к аутентичности, написав любительское письмо Китаю и китайскому кино. Обязательно посмотрите «Кунг-фу панду 4», ладно?